Вместе строительства нового моста через Свиягу забетонировали все 20 свай одной из опор. Возводят переправу в створе улиц Шевченко и Смычки. Напомним, 17 мая на объекте заложили капсулу времени, тем самым дав официальный старт строительству. На сегодня, как отмечают подрядчики, на объекте работают 30 человек в две смены и 10 единиц техники. А дальше, когда начнется возведение пролетов, количество работников увеличат. Ведутся свайные работы в опоры номер 2. Отсыпается технологическая площадка под производство опоры номер 3 и опоры номер 4. Глубина сваи 16 метров, диаметр 800 миллиметров. Мост будут держать 8 опор и 160 свай. К концу августа, как обещают строители, они все будут забетонированы, чтобы к осени выйти на строение пролетов. Отдельная бригада занимается инженерными сетями. На 60% завершены работы по выносу напорной канализации. Под Свиягой у нас проложены уже 2 футляра. Длиной 226 метров, диаметр 710 миллиметров. И в эти футляры уже проложена непосредственно труба напорной канализации, диаметр 40 миллиметров. Сейчас работы ведутся по устройству траншеи и прокладке этих труб напорной канализации камерам. И с левой, и с правой стороны реки Свияга. После того, как канализацию доделают, займутся перестройством водопроводных сетей. Транспортная артерия должна открыться в июле 2023 года. Мост растянется на 220 метров в длину и 20 в ширину. Предусмотрены пешеходные дорожки. В Засвияжском районе машины будут уходить на новую дорогу, которую строят вдоль недостроенной Облукова. Дорогу обещают построить до конца года. Анна Тищенко, Улправда ТВ.